Шеф-повар Максим Григорьев. Варенье из черешни с желатином. Многие хозяйки, готовя варенье из черешни, недовольны тем, что оно получается очень жидким. Это неудивительно, ведь черешня – очень сочная ягода. Чтобы сделать варенье погуще, приходится долго уваривать его, а это очень плохо сказывается на вкусе. Время приготовления – 1 час 20 минут. Ингредиенты. Вода 50 мл. Желатин 1 столовая ложка. Сахар 400 грамм. Черешня 700 г. Шаг 1. Для работы нам понадобится черешня, сахар, желатин, вода. Шаг 2. Желатин 1 столовая ложка залить холодной водой 50 мл и оставить для набухания на 5-10 минут. Можно также желатин залить соком черешни, который выделится после удаления косточек, тогда варенье получится еще гуще. Шаг 3. Черешню, 700 грамм, промыть, удалить плодоножки и косточки. Шаг 4. Соединить черешню и 400 грамм сахара. Перемешать. Оставить на 35-45 минут для того, чтобы выделился сок. Затем довести до кипения и проварить 10 минут. Шаг 5. Добавить набухший желатин. Перемешать до полного растворения желатина. Довести до кипения и сразу снять с огня. Шаг 6. Кипящее варенье разлить в сухие стерилизованные банки и сразу закатать. Варенье из черешни с желатином готово. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.